твой приезд в Беларусь, ты же уже гость у нас. Первый раз. Первый раз гость. Вдруг. Ну, придется привыкать. Хотя белорусам тяжело привыкать к тому, что он в доме гость. Я знаю, это часть нашего менталитета. Ну, что поделаешь, коль выпала такая судьба в этом году для Беларуси возглавлять все интеграционные органы, мы будем это делать достойно. Ну, действительно, первая командировка такая вот, в одну страну, хотя, говорю, откровенно, тянет. Вот, Минск как-то еще не свыкся вот с этой реалиями. Все. Ну, два месяца, наверное, мало еще времени, но вот, с удовольствием, конечно, когда ты приезжаешь, питаешь с такими чувствами.